Привет. Привет. Как ты там сегодня? Жарко. Понимаю. А вообще, как настроение? Мне кажется, я схожу с ума. Постоянно какие-то звуки, шорохи. Вещи лежат не на своих местах. И самое странное — записки. Кто-то их оставляет по всему дому, пока меня нет. Я думаю, это соседка. Мы ей как-то дубликат ключей оставляли на всякий случай. Ты снова о записках? Давай я приеду. Ты мне все их покажешь. Нет, нечего показывать. Я их все разорвал. Я приезжала к тебе, ты не открыл. Наверное, тебя дома не было? Не знаю. Я не слышал. Может, и не было. Я не могу жить без нее. Ты совсем себя запустил. Так нельзя. Год прошел. Пора уже потихоньку выкарабкиваться из этой депрессии. Помню, раньше каждый день все планировал, задачки расписывал, выполнял их. Твои шорохи, звуки. Это потому, что совсем одичал. Тебе нужно общаться с людьми, выходить как-то, а не сидеть дома целыми днями, выбираясь только до магазина. Мне сегодня 2 билета в театр привезли. Хотя я их не заказывал. Может, завтра с работы отпросишься? Сходим вместе? Да, легко. Ой, опять молочник едет. Сюда, когда с женой переехали, оказалось, тут молоко по 5 раз в день развозят. Когда гудение это слышу, голова начинает болеть. Да, я помню, ты говорил, что даже тогда, ну, тот день, когда ты узнал про жену, молочник тоже гудел. Голова болит. Прости, я перезвоню. Ты себя совсем запустил.